Всем привет, канал Агродвиж. И у нас следующее видео, обзор гибридов коммерческих, которые я выращиваю. Так, а это у нас гибрид, который занимает в порядке возрастания второе место. Ну, с краю. Первое было Капонет, у него там всего лишь было две теплицы по объему. А здесь у нас гибрид, который занимает в объеме 4 теплицы. Этот гибрид я вижу впервые, то есть я раньше его не смотрел. И посадил объем 4 теплицы. С отзывов других коллег, которые выращивали его, с отзывов менеджера, который продает эти семена. У нас растет всего лишь 4 теплицы, но обычно я там смотрю один ряд, потом смотрю теплицу, а уже после там принимаю решение там весь объем, пол объема там, или там 10 теплиц. То есть, чтобы занять какую-то львиную долю, у меня проходит 3-4 года. А здесь у меня сразу 4 теплицы, это 20 соток. Это, ну, такой средний, хороший объем. Вот. Это гибрид Зульфия от компании RixOne. Я общался с агрономом, с фермером с Мариуполя. Зовут Ваня. И он говорил, что первым обороте выращивал. Посмотрел его видео, мне сбрасывал фотографии. Очень классный был результат у человека в теплице. Мне понравилось. Он вышел очень рано на рынок. Была на высоком уровне технология выращивания, агротехника, все это дело. То есть мне понравилось, как у него показал этот гибрид. И, в принципе, я поверил. И гибрид себя показывает довольно достойно. Что он отмечал, что гибрид не очень ранний. Да, гибрид не очень ранний. Там только что мы были, только что я был в Капонете. Там реально вторая, третья кисть уже спеет. Здесь вот у нас спеет первая. Это на 2 октября. Растение открытое. Растение такое сбалансированное. То есть, какие плюсы? Плюс. Растение открытое. То есть, оно хорошо проветривается. Это означает, что при низком уровне агротехнологии, низком уровне агрономии, меньшая вероятность того, что растение заболеет. Это очень важно. Второй плюс. Хорошо вяжет в экстремальных условиях. 4 цветка вышло, 4 завязалось. 5 цветков вышло, 5 завязалось. Вышло там, сколько, 5. 5 завязалось. 3, если вышло, то и 3 и завязалось. То есть это очень важно. Вот смотрите, вот кисть, вышло 4, все 4 завязались. Это очень хорошо. Плод стандартный пока что я вижу. Немножко не хватает окраса, но это еще, возможно, берет. Очень плотный. Вот RixOne, у меня была какая-то аламина. И вот сейчас вот Зульфия, ну вот плотный, классно. Для второго оборота будет хорошо транспортабельный плод. Вот тут немножко более лучше спелый. Посмотрим. Так, здесь... Ну, кое-где пытается растрескиваться, но это не критически. Плод, ну, плотненький плод. Так. На этой высоте у нас вместилась первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шесть кистей. Ну, в среднем 5,5. Такое растение очень высокое такое. 5,5 кистей есть. Так, и дальше будем смотреть, как он будет себя показывать, этот гибрид, на конец октября, когда будет перепад температуры, как он будет окрашиваться. Какие минусы? Минусы очень большие междуузли. Первая кисть. Вторая. Третья. Четвертая. То есть здесь вот, ну, очень большое расстояние. Очень большие междуузли. И... Это немножко так негативно, можно сказать, сказывается. И еще, ну, в принципе, на этом все. Минусов я больше не вижу. Я вижу, что будет хороший вал урожая. Будет очень такая хорошая масса плода. Вот видно, что здесь он еще не спеет, но он растет. И что будет плод очень такой. Если 3 плода, то они гораздо крупнее, чем обычно. То есть урожай мы здесь получим. Массу урожая мы здесь получим по-любому. Лист чистый. Холорозов никаких не было. Заболеваний нет.
завязывают хорошо. Плод плотный. Минусы. Чуть-чуть бы ярче окрас. Ну, так как у меня получается. Может быть, у кого-то лучше получается. И, короче, междоузлы. Но это, опять же, из-за технологии выращивания. Как мы справились. То есть, наверное, у меня тут была высокая влажность. Лишний азот. Но у всех гибридов, которые у меня будут в обзоре, условия были одинаковые. Капанет, Зульфия, Пин Кристал, Мадерин. И ранее были обзоры. Там все условия одинаковые, так что они все росли в одних и тех же условиях. По кормлению, по климату, сроки высева. То, что мы видим, мы сеяли 5 июня, 17 июля высадили. И вот на 2 октября. Картина на 2 октября. Вот мы видим Зульфия от компании Rix One. В дальнейшем мы будем считать, какая урожайность, сколько сумма денег с метра квадратного. По урожайности я вижу, что он будет в середине, он не будет отставать, никому не будет отставать. Где-то в середине будет. Останется вопрос о качестве плода, о окрасе плода и растрескивании в конце октября, в начале ноября. Это самый главный вопрос. Итак, на этом все. Зульфия F1 от компании Rix One. Открытое растение. Всем удачи!